Мечты сбываются. История о том, как спустя 12 лет после пожара, в котором сгорел его дом, читинец Валерий Березин добился справедливости. Подробности у наших корреспондентов. Уехал на неделю в командировку, вернулся к пепелищу. Дом в поселке Восточном по улице Старошахтерской, в котором Валерий Березин прожил всю жизнь, в декабре 1999 года сгорел. 8 семей тогда остались без крыши над головой. Здесь другие же жили там. Короче, 8-квартирная была. 7 погорельцев потом получили квартиры. Валерию Березину счастливый билет не выпал. Уже 12 лет он вынужден скитаться. Прописка по фактически несуществующему адресу. Улица Старошахтерская, дом 83. А место жительства где придется? Сразу жил с матерью, а потом когда матери не стало, ну там ездил по командировкам. Участников жил, но и ладно, в вагончик. А сейчас бесполезно. Как бомж, по-русски говоря. В 2008 году погорельца приютили. Благодарность Березин помогал по хозяйству, приглядывал за домом, колол дрова. Но все равно мечтал о собственном жилье. 12 лет Валерий Иванович обивал пороги различных инстанций. Наконец ему удалось добиться статуса погорельца. И 3019-го номера в очереди на улучшение жилищных условий. Ждать ключи от квартиры пришлось бы еще не меньше 15 лет. Тогда Березин обратился в суд, который встал на сторону погорельца. В настоящее время предъявлен прокурором, предъявлен иск в службу судебных приставов, предъявлен исполнительный лист в службу судебных приставов. И то есть данное решение суда находится на исполнении. В настоящее время администрации города, администрации района проводится определенная работа по подбору жилья для гражданина Березина. По решению суда обеспечить Березина жилплощадью обязаны до конца года. Валерий Иванович с нетерпением ждет новоселья и признается, что не радовался так с детства. Любовь Чистякова, Денис Пузырев, Вести, Чита.